бесшумный. Ну что, тебе все видно? Опа! Лайк, подписка! А, у тебя это? Я же тебе говорил, я на гипсе, я не успел переобуться. Ну, сегодня песок, он как будто тяжелее едется, я ощущаю. Легко заскочил. Ще изик. Начал колеса и поехал. Ну и заправился. Да, и там справа. Давай, 3, 2, 1, погнали. Не надо. Погнали! Давай, поехали, поехали! Короче, он на видео начал снимать. Прикольнее будет. А, ну там есть такой подъем прикольный. Поехали там чуть дальше. 25%. Да. Когда ковыряешься, он вообще очень там, бля, сдохнешь сам, покуда его усадишь. А когда такие скоростные, то он, ну, на 2 часа хватит. Поэтому на эндуро дичи мне будет прям впритык. Там 2 часа и 30 надо заезд.
Я заснял. Юля, это специально для тебя. Посмотри, что какой молодой человек делает. Что пизда? Ну что, докатался, да? Нет. Шарнирные твои на колени. Сюда, да, прошло через бот. Удар, блядь. Бот на коленник и такой пиздило в голень. Больно? Сука, а если бы не было бота? Нормально. Нормально.